В центре Лондона проходит демонстрация против политики жесткой экономии. За моей спиной видна толпа протестующих. И эти люди вышли на улицы Лондона в этот прекрасный день с серьезными намерениями. Собравшиеся здесь протестуют против предпринятых правительством сокращений государственных расходов. Обратите внимание на таблички, на них написан целый ряд существующих проблем, от образования до стоимости медицинского обслуживания. Люди требуют альтернативу мерам жесткой экономии. На самом деле экономическое положение Великобритании улучшилось, но люди, вышедшие сегодня на улицы, заявляют об ухудшении уровня жизни и требуют изменений. Ранее мы взяли интервью у Оуэна Джонсона, активиста Народного собрания против мер жесткой экономии, чтобы выяснить настроение людей в толпе. В стране сейчас целая армия работников с аннулированными контрактами. У людей нет никаких гарантий трудоустройства. Людям приходится бороться за зарплату, на которую можно прожить, бороться за нормальное жилье, бороться за права трудящихся, бороться за национализацию банков, а также за справедливые наказания за уклонение от уплаты налогов. Проблема именно в этом. Правительство утверждает, что экономика на подъеме, что ситуация улучшается. Однако многие здесь считают, что проводимая правительством политика сокращения расходов, рассчитанная на стимуляцию экономики, привела к тому, что их уровень жизни упал. Здесь, в центре Лондона, можно услышать много таких историй. Люди вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство политикой жесткой экономии.